ունեին, որ եկեք ցույց տվեք այս սաղ ադրբեջանցին, դաբրո բաժանվեց վ Ադրբեջան, այդ տեսեք Սյունիքը ոնց է մտնում Ադրբեջանի մեջ, տեսնում եք այ հոգնածներ. Армяне в очередной раз впали в истерику, и поводом тому послужила вывеска «Добро пожаловать в Азербайджан», установленная на автомобильной трассе Гори-Искафан. Напомним, что участок дороги из Кафана в село Агарак Сюникской области Армении перешел под контроль Азербайджана. Ранее армянский премьер заявил, что Ереван и Баку после завершения войны в Карабахе проводят уточнение границ на основе территориального разграничения в советские времена. Турки на дороге Гори-Искафан. Они установили указатель, написала на своей странице в Facebook заместитель руководителя общины Гориса Ирина Йолян, выложив фотографии в доказательство. Видите надпись «Добро пожаловать в Азербайджан». Ну скажите, что это не Сюник, что границы надежны, что все так и должно быть. Скажите, что это и было правильным, чтобы турки написали в Зангезуре «Добро пожаловать в ад». Гордитесь, бесчестные, возмущается Йолян. Николик, турк, сакунтаник тен хайоюм, ты кус чумес, хайерик чумес ты. Ձամեր Սյունիքն է պատմական, այս նա կմենք պոկելու ենք, մենք էլ այդ Երևանում վերընկածներից հետ կապ չունենք. Այ անհայրենիքներ, ձեր տուն էլ ա գալու դա, ձեր տուն. Տեսեք, 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 սա ձեր արածի, ձեր խոսացածի պատասխանն ա, տեսեք, տեսնում եք,